третє у нас штучний одяг. От. Так будуть тоді виготовляти одяг і їжу з нижчих сил, а не з тих, що відами передписані. Це не є приораднім, але є протиприораднім. І люди, що носитимуть і їстимуть все, переважно будуть переймати ознаки відповідні. Ну да. Штучний одяг. Тобто це синтетика, яку производять з нефті. І синтетика, яку производять з любих інших мінералів. Являючихся шкурами животных и не являющихся растениями. Ну, хорошо. То есть, для примера, чтобы понимать, даже из, допустим, с одуванчика, обычного одуванчика делают каучук. Обычный каучук. И с нефти делают каучук. Загоняют туда серу, и получается резина. То есть, фактически, если взять резину нефтяную и резину с одуванчиком, то фактически резина с одуванчика, да, получается натуральный продукт. То есть его как бы носить можно. Ну, в таком понимании, это же не является низшей силой, даже не миры, да? Нет, силы. Вроде как растительная. Ну да, низшая сила — это как раз та самая нефть, и то, что с ней связано. То есть фактически мир ну, ниже растений и там простейших, даже тех же животных фактически. То есть минеральный мир где-то с этого... Не совсем даже. С нефтью отдельная история. С эвгенезисом. Как и с углем, в частности. История проистекает из смерти многих биологических видов в районе 300 миллионов лет назад. И вот это как бы... Те группы искр, которые были особо ничтожными, они, когда попали под землю, остальных как бы... То есть, знаешь, есть еще такая история, когда берется стальная бочка большая, и со всей округи собираются крысы, и туда сбрасываются. И со временем одна крыса выживает, которая поедает всех остальных. Есть такой факт. Вот. И потом эту крысу выпускают, она ест всех крыс уже. Вот нефть и уголь по отношению к растениям то же самое. Вот если представить, что вот та крыса, которую выпустили, это нефть, то аналогия прямая. То есть это те искры, которые там изничтожали остальные искры, и таким путем сохранили какую-то свою массу. Но не спромоглись как-то собраться во что-то единое. Ну а как насчет стандартной теории, что это уголь, это бывший лес? Который... То есть нынешняя классическая теория, она верна? Ну, я не точно знаю нынешнюю классическую теорию, я знаю ведическую теорию. О том, что в районе 300 миллионов лет назад было определенное событие. Событие привело к тому, что часть живых организмов была отделена слоем почвы от остальных, и там, паразитируя над минеральными ресурсами некоторыми и поедая друг друга, изничтожая, они сформировали эти вещества, если вкратце. И поэтому они уже, естественно, как бы убийственны для растений, животных и людей. Ну, еда из тех же сил, понятно, это всякие добавки там, все оно идет с нефти. Хорошо, дальше. Причем по описаниям будет даже такое время, когда люди ее будут есть. Кого? Нефть? Угу. Ну, или, может, не в чистом виде, но какие-то ее производные. А хватит? Ее как бы немного осталось. Прошу прощения, это производные чего? Нефти. Уголь вроде уже едят, так что. Ну да.